Полуфинальный матч в рамках открытого чемпионата округа по хоккею «Шайбы» состоялся в Белоярском. Противостоял нашему «Кристаллу» сургутский клуб «Крутов». Обе команды настроены были решительно и уступать не собирались. Открыли счет хозяева площадки. Под бурные овации болельщиков нападающий «Кристалла» огорчили сургутского вратаря. Шикарное впечатление. Команды равные. И, по крайней мере, они до этого играли две игры в Сургуте. Одну мы выиграли, одну проиграли. И сегодня бьемся за серебро. Кто выиграет сегодня, будет играть в финале за первое место. Я уверен, что победа будет за нами. Но такое начало встречи явно не входило в планы гостей. Они сразу же помчались вперед, чтобы восстановить равенство в счете. Белоярцы отвечали контратаками. На площадке шла бескомпромиссная борьба. В итоге на второй перерыв хоккеисты отправились при счете 4-3 в пользу кристалловцев. Действительно, играют в сильнейшие команды. Играет белоярский кристалл к нам приезжал. Сейчас мы к ним приезжали. И такого хоккея на любительском уровне, это прям... Очень редко такие игры бывают. Обычно какая-то из команд на голову сильнее, и там все понятно. Там вопрос только, какой счет в итоге окажется. А здесь вот непонятно было вот до самых последних секунд. Третий период должен был поставить финальную точку в этом противостоянии. Но к концу 20 минутки счет на табло был равным – 5-5. Исход матча решился в овертайме. Хозяева площадки вырвали победу у сургутян и получили путевку в финал чемпионата Югры. Что я могу сказать? Соперник хороший, мы их уже знаем. Некоторым ребятам еще в свое время играли, что здесь сегодня понятно было, никто не будет уступать. Им тоже надо было, они весь состав привезли. Если бы не надо, они бы не приехали. Ну и нам тоже надо, тем более дома играем. Здесь хоккея давно такого не было. Эмоции зашкаливают. Ну, готовились, да, к этой игре, подходили серьезно. Ну, как бы, слава богу, все получилось. Ребята, все молодцы. Теперь белоярцев ждут финальные матчи. «Кристалл Югра» на выезде сыграет с командой столицы из Ханты-Мансийска 14-15 мая. Елена Воротникова, Дмитрий Слепенков из Белоярского. Специально для телекомпании «Югра».